Что будет все для нас, блин. Что за учение, рассказывай. Думал по 250 похайролить, как бы, и думаю, заведусь, по 150 нормально сидим. Сидим, покручиваем слотики, не спеша так. Сакура по 410 ударов. Конечно. Не, ну сделайте, ребят, нет, смотрите, базара ноль. Сделайте сегодня 400 лайков, будет спейс по 1000, блин. Вообще на изи просто. Спейс по 1000. Жаня, что любишь слушать из музыки? Рэп? А рэп? Рэпчик. В основном я слушаю Каспийский груз, ребят. Привет всем фанам Спартака. Здорово. Настоящий. Что такое настоящий? Передай привет Голодранцу. Голодранец, привет. А кто тут Голодранец? Тут много голодранцев сидит. Все себя так называют после того, как залились. Ёпта, ну, блядь, ну что за подкрутка, блядь? Дрифт. Алло, блин, ну куда вы столько подкручиваете? Люди скоро верить мне не будут, что я... Что меня не подкручивает? Ну что происходит вообще? Что сегодня происходит? Привет за носа, Маша, спасибо. Обросим его. Нормслот играл бонус-класс. 10 без депов, так. Ну где же лайки, алло, бля? А Мияги не слушаешь? Блин, раньше слушал после песни такой его печальной, когда у него с сыном там проблемы случились. Песенка такая грустная, что-то я перестал слушать. Подкрутка, лайкнул. Вова, спасибо. Похож на однорукого бандита. Да ладно. У меня же две руки, как я могу быть похож? Ух, нормальненько. Здесь, кстати, ретригер дает за два скатера. Здорово, Михаил. Переехал только от проститутки, отдыхал. Отлично. Александра по пути заехал в поликлинику проверить. Написал и бонус куда его. Отлично. Ретригер теперь нужен, два скатера. Бро, я подкрутил на один лайк. Спасибо. Начинаю верить. Внутренний интернет сделать без ограниченных серверов. Вот завтра попытка номер два. Понял. Ну, пойдет. Пойдет. Мишаня, привет. У вас в Питере не тестируют 5G еще? Нет, я не в курсе. Не в курсе. Не в курсе, если честно. Врать не буду. Хорошая бонус. Это, походу, дело иксоточка сейчас будет. Я в резине. Думаешь, ей можно доверять? Мне тут ролик один вылетел на ютубе, новости. Где, сейчас расскажу тебе, как раз... Хотел Сереге рассказать, расскажу тебе. Короче, в рекомендациях вылез ролик, новости. Не помню, какой канал там, пятый канал или... Ну, бля, ни того, ни другого. Короче, где паленые презики, которые рвутся там, вот так вот их берешь, просто растягиваешь, и они рвутся, короче. Вот такая вот история. Бракованные. Дай, пожалуйста, привет Баскову Руслану с Питера. Руслан Басков с Питера, привет тебе. Пламенный. Ну, пожалуйста. Что ж такое-то? Я в 20 году везде 5G будет. Отлично. Если смог поставить 147, поставил бы только не Space. Понял. Не, ну сделайте, если накопите. Вчера 500 с лишним одолели. Если сегодня 400 сделаете, Space по 1000 бомбанем. 10 спинов по 1000 бомбанем. Хороший бонус. Хороший. Причем сегодня играем спокойно, не аккуратненько. И будет, я думаю, будет интересно. Будет интересно. Сегодня, ой, задача какая? Поиграть, подзанести, спокойненько и пойти смотреть какую-нибудь киношку в хорошем настроении. Портить себе его не стоит точно. И вам тоже не советую себе портить. Может и зимняя резина не помочь? Зимняя... Я крутит маски, значит у него есть маска. Согласен. Спасибо, ребят, за подписку. Сегодня, кстати, будет в телеграм-канале 10 тысяч разыграно без депов. 10 по 1000. Бро, советовать не буду я сегодня. Так я прочитал это уже, дружище. Привет, Вито, Неро. Бро, ты развязался или как? Димон, иногда, если честно, не по кайфу. Пока, ну, в Новый год, соответственно, конечно, выпьем. Кто-то не дает бонуску, блин, повторно. И где вообще монетки? Нам бы монетку на x1000. Ты меня не лечи сломанной рукой, я уже как... Большой стример, сам все знаю. Это какая-то песня, Ольга. Это какая-то песня, мне кажется. Миха, а Аматик будет? Конечно, будет. Это 100%. На моих стримах всегда можно увидеть Аматик. Он сдулся. Раньше это пиздец как смотрели. Кого смотрели? Меня? Я сдулся или кого, блин? Да тихо. Понял. Может и прячется что-то, может... Это Собянин? Может. Короче, не играет, вот. О, так... Монетки, бля. Монетки. Монетки.
Опа, блядь, напросился я. А можно 2000, пожалуйста? Ну это так... Не, если 2 дашь, это люди просто в шоке будут. Понятно. Понятно, 1400, это не 2, бля. А еще может монетки быть раз? Ребятки. Ой, блядь, а вот здесь вот сейчас может что-то быть. Нахуй ты поставил эту бочку, бля. Ну, ставь тогда еще одну, бля. Вот это интересно, это x100, бля? 22400, вот это пойдет, ребятки. Блядь, неплохо сегодня все играет. Плюс 40 эти, блядь. Ну, крутим, ладно. Крутим. Оставь, наверное, на 150 будем заканчивать, если будет 150 тысяч, ребятки. Так. Что за провайдер? Push Gaming. Так, 10 бездепов будет в телеге, ребят. Телегу ссылочку скинул. Мы приедем вас... Вы нас ждете на Новый год. Приезжай. Может, Space? Space 400 лайков наберете. Space по 1000 сделаем, ребят. Так, дельфинчики, блин. Воу, лайки посмотрим, Space по 1000, блин. Правильно, не играй в PNG сегодня. Как он, не играл? Поиграл, что-то, блин, пустые какие-то бонуски были. Выходи, не дает аппарат этот. Нихера себе Марат не дает, блин. Ребят, я знаю, когда даст, поэтому я и сижу. Клевер не хочешь? Подумай. Суть, канал Сява, здорово. Ну, это бонус, блин. Ёпцы, ну что, блин, ну зачем? Дрифт. Дрифт, блин, не надо больше подкручивать, блин. Сказал же, ёпта. Ну, блин, люди не так поймут, блин. Отпишутся, бля, все скажут, ну здесь, бля, подкрутка скриптовая какой-то, ебаный ты, блин, ебастос. Привет, ребят, всем привет, но вы что-то с такой скоростью начали писать, что я, наверное, не смогу все. Мишань, дай боков сам мультишанс. Подождите, смотрим бонуску, не читаем. Если что-то кто-то важное написал, салам из Казахстана. Казахстану привет. Напишите еще раз, если там что-то важное будет, потому что у нас в новом слоте бонуска. Я в него тогда, позавчера я в него играл без стрима, слил в него десятку, по-моему. А сейчас я бонуску дождался, блин. А бонуска такая же, как и в первом казано... Блядь, заносик! Заносик, а это сколько денежек? Фу, чем отличается от обычного казанова? Да, походу, дело ничем, бля. Бороду отрастил пипец. Саня, да. Блядь, 26-550, мне показалось 260-550, бля. Я аж что-то чуть не упал, бля. А это нормально. Пойдет. Пойдет, 28 штук. Ёпта, сегодня все слоты на отдаче, блядь. Там бабахнем, 10 спинов. Ну, кто меня знает, может 10 не ограничится. Если за 10 спинов он ни одного спина не даст, мы будем до того его крутить, блядь. ДНР зарплат 4к, люди живут, блядь. Как стать твоим модером? Никак. В каком казино играешь? Сегодня в дрифте. Кстати, в дрифте сегодня стартовал конкурс. 300, 200 и 100 долларов. Заносы от X50 выкладывать у меня на страницу ВКонтакте. Чтоб только было полностью видно, дата полный этот выкладываем. И в четверг, кто меня переиграет, у меня сегодня занос максимальный x100 был. Соответственно, кто меня переигрывает, 3 места. 300, 200 и 100 на счет в дрифт-казино без вагера зачисляются. Вот так вот. Ставка минимальная 10 рублей, слоты исключения тоже есть. Все у меня ВКонтакте на странице. Не вижу доширак. Не вижу, у меня его нету. Мне его нельзя кушать, у меня желудок болит. Но я его очень люблю, на стримах раньше ел. Это им лень варить, вот и жрут. Да нет, там семья приличная. Я не думаю, что там они прям едят этот дошик. Я его сам люблю, если честно. Может, они на зимнюю рыбалку ехали? Что такое доширак? Доширак – это вкусная, но вредная пища. Я ее люблю с пивком, бля. Готовить не хотят один доширак, это как и картофельная. Сегодня узнал мой знакомый, типа, жены деньги на квартиру прокатал, блядь. Решил отмазаться, взял кредит, сотку и замазал. Жена в шоке, платит кредит. Ой, блядь. Ну вот знаешь, это очень... Ты смеешься, блин, Владимир Соловьев. А это, кстати, очень не смешно, потому что, ну, это глупо. Одно дело зайти с десяткой и снять там сотку, это одно. А идти туда с такими деньгами, я не знаю, сколько у него было отложено на квартиру там, и пытаться, ну это глупо, то есть, ну что он хотел, ну допустим, вот лежит у меня там сейчас, я не знаю, там, ну образно, да, там, сколько квартира там стоит, одна комната, 5 миллионов, да, блядь, ну это же глупо, блядь, брать эти 5 миллионов и депать в казино, а что выиграть-то ты хочешь, блядь, ну и это поскольку он еще играет, ладно, там 5 ты задепал, блядь, ну что такое сегодня, блядь, что за подстава, я ж прошу, блядь, больше бонуски не давать, ну и короче, это...
Что я хотел сказать? Мысль потерял. Ладно, короче. Глупо это все. Смотрим бонуску. Где найти твой телеграм-канал? Телеграм-канал? Вот. У меня теперь все на кнопках. У меня здесь забинджено все. Там 900 фолловеров у меня. Телегу скинул в чат. 5 тузов. Быстро. 5 тузов или сейчас хейтеров туза, бля, будем. Плюси на 700 тысяч. Поздравляю. Привет ему передай. Кто такой доширак? Ответил. Готовить не хотят. Так, это я читал. Бля. Где он играет? Так. А не вредно, если не класть приправу. Так, пойдет. Это все стереотипы про то, что доширак и роутон вредные. Ну давай, спокойной ночи, новости. Спасибо, Толик, спокойной ночи тебе. Он сам понимает. У брата у ребенка по всему толку. Про средства, понял. Так, 4. У меня своих двоих верных магазинов. Отлично. Питер, бля, подкрутка. Ребят, набираем 400 лайков, не халя. Миха, доброй ночи, отличного тебе стрима, только что зашел, только что занес. Поздравляю, 840, неплохо, Антон. Ретригер, срочно, 4 еще. Блядь, сюда бы тёлку лучше. Даже не знаю, что лучше, туза или тёлку, ребят. Сколько было бы 4 тёлки по 300 рублей? Да, это было бы больше, чем 4, 5 тузов, точнее. Алло, по какой ставке занес 4,5? 10,500. Блядь, нормально, иксотка. Иксоточка, блядь, чуть побольше даже. Читер подкрутка. Да, да, привет, Мир. Сегодня play AMA. На бабло кинула 45к. А что такое? А почему кинула? Соточка. А почему кинула? Рассказывай. Кто на канал не подписан, подписывайтесь на канал. Сразу после стрима в телеге залетайте. Я создам там розыгрыш на 10к без депа. Там просто надо будет нажать участвовать и все. И сразу будут победители. Начислят завтра. Ну, часов до 4 начислят, потому что я... отправлю только в 10 утра, где-то в 10 в 11. Ждите, только не пишите, все, кто выигрывает сегодня, ребят, бля, не пишите мне в 10 утра, в 1, вообще не пишите мне, когда начислят. Проверяйте свои личные кабинеты и все вам начислят. Я плюсовые стримы пошли, заметил? Добрый вечер, кстати. Да, заметил.